Чистой тип кринжа — это протогранж. Такое кринж — событие или жест, которое было создано за долгоды создания самого понятия кринж, и в силу этого хронологического фактора может быть осознано как протогранж. Дмитрий Касаткин. Голосовухи. 8 ускоренных голосовых сообщений. Для электроники и автора с телефоном. Thank you.
Вот это внимание, вот это внимание, вот это внимание, вот это внимание.